8 июля, работаем. Вот объект атаки, травка. Это третий раз уже буду здесь косить. Безопасный покос, закрываем окна. Вот, и сегодня задача, вот туда двигаемся. Ну все, все заявочки вот в лес, получается, до самых ворот. Так что есть где погулять с триммером 250-м. Работаем леской, дисками. Все отчеты по оборудованию штиль, по покосу, по сетевому маркетингу на YouTube-канале Староженко Владимир. Ну а заявочки на покос +7 924 123 24 44 Староженко Владимир. Ну и вообще все вопросики, если кому-то интересны мои ценности, цели, задачи. Помогай Бог.